Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе и самые чувствительные вопросы. И должен констатировать, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия. Мы говорили не только о текущем состоянии наших отношений, но и о перспективах наших отношений. Обсудили сферы, конкретные сферы, в которых мы могли бы выйти на новый уровень сотрудничества между нашими государствами. Я должен сказать, что визит проходит действительно важный период в истории белорусско-американских отношений. Достаточно привести только тот факт, что чиновники из Государственного департамента такого высокого ранга приезжают в нашу страну впервые за последние 25 лет. У нас есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки. И более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами. Мы весьма удовлетворены характером наших сегодняшних переговоров. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с нашим взаимодействием в рамках международных организаций. Мы обсудили ситуацию в ряде регионов, где сегодня наблюдается напряженность и конфронтация. Я благодарен господину Хейлу за абсолютно искренний и открытый обмен мнениями. Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении развития отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям и готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с такой целью, чтобы этот процесс стал необратимым.